Вот такая рыбалка. Не, что-то не шибко хочется куда-то тут заплывать. Везде всего такое вот. Я думал, может, получше где будет. Нет. Пойдем назад. Не хочется мне колоть лед. Ну, 6 градусов мороза сегодня ночью было. И вот такая вот херня. Зима. Но красиво. Сейчас попробуем сделать открытую воду. Вот туда-сюда, туда-сюда. Так как ледокол колем, иначе никак. Приятненько, да, звук? Но ловить хочется. Там пыльцо пробивает. По моему следу. О, тут уже будет вода открытая сегодня.
Вот одна ночь, минус 6. И вот так намерзла. И опять назад. Вау. Тяжело, у него весла цепляют за лед, он по моему фарватеру идет, а веслами ничего сделать не будет. У меня там мотор сзади, мне проще, но он сейчас как-нибудь дошкрябает до меня. О, уже озеро небольшое есть. Еще немножко и будем ловить на удочку. Бедный не может, не может. Ладно, я ему потом назад дорогу-то пробью. Бедный, что он там творит? Вроде все.